Меня зовут Дмитрий Юнчик, я из компании Belight Software, из Одессы. Там я руковожу большим проектом. Проект называется Life Interior 3D. Это интерьерная программа. И сейчас мы занимаемся портированием ее на MetroStyle платформу. А вообще, мы не Windows компания, и мы Macintosh компания. Наши все приложения текущие, которые продаются, это Macintosh приложения. Но так случилось, что пришел Сергей Байдачный из Microsoft Украина и очень нас попросил несколько наших удачных приложений портировать на Windows платформу. Ну, прежде всего, это новый рынок. Это как бы диверсификация наших доходов. То есть мы рассчитываем, что те продукты, которые мы делаем из нашего опыта на Macintosh платформе, они пойдут, то есть они уже зарекомендовали себя. На Windows платформе они точно так же должны пойти. В принципе, мы давно готовились к Windows платформе, но там было много конкурентов. В десктоп-секторе много конкурентов, а в MetroStyle приложениях никого нет. Мы там можем быть среди первых. Вот. Ну, собственно, это уникальный шанс, поэтому мы ухватились за это. В принципе, если быть откровенным, то нет. Ну, просто другая среда разработки, просто другой API, вот. Большая часть программы, как бы ядро наших программ, она кроссплатформенная, поэтому, в принципе, все, что нам нужно, это дописать недостающие части, которые платформозависимые, вот. К сожалению, из-за того, что мы долго писали под Macintosh, в код вкрались там платформозависимые вещи и даже в ядро пролезли, нам пришлось это переписывать. Вот, например, в моем проекте Life Interior мы вот этим уже занимаемся с ноября прошлого года. Вот. Ну вот первые результаты я сегодня показывал. Мы портировали open source библиотеку, которой мы пользуемся. Это Ogre 3D библиотека, и в принципе она одна из ключевых в нашем проекте, потому что наш проект — это трехмерная графика, вот, интерьерный дизайн. И собственно мы уже движемся, ядро у нас практически уже живет, в общем, скоро. Людям показать, куда надо смотреть, вот. Потому что очень много информации на том же MSDN, черт голову сломает. Вот. Нужно, я думаю, люди у нас достаточно грамотные, их нужно просто направить в нужную сторону. То есть я с этим разбирался, вот, ну, так получилось. Вот. Я рассказывал про DirectX, очень важно правильно его включить, правильно его использовать. Вот. И вот эти там первые шаги, то есть на самом деле API DirectX не сильно изменился, концепции остались те же. Но важно его правильно привязать в приложение. Вот. Ну и, собственно, это самое главное. К счастью, по сравнению с тем, что показывалось осенью на билде, появилось много возможностей дополнительных использования DirectX. То есть, если раньше у вас могло быть только DirectX приложение и никакого UI, то есть весь UI, если вы и делаете, то вы могли делать это свои собственные контролы, рисовать их, грубо говоря. Для игр это подходит. И мало того, я думаю, что именно поэтому там игры уже есть в сторе. Вот. Такие хиты, вот этот бабл, что там шарики отрезаются, там летают, потом
пинбол там и так далее. Вот. То есть игры уже там есть, но графика серьезная, 3D-графика, и не только 3D, да и 2D тоже, там всякого рода программы, которые контент создают, не показывают. Xaml без, сам по себе, он отлично показывает контент, но создавать контент в нем не очень удобно. Мало того, существующая база кода у программеров по всему миру, то есть сейчас они занимаются портированием, вот. И для каждого важно не переписывать все, а переписать только как можно меньше. Так вот, DirectX позволяет меньше переписывать, потому что они обычно уже с ним работали. Вот. И теперь очень важно его включить. Но включить не, вместе с UI. То есть нативные контролы — это очень важно. И теперь появилась такая возможность. Смотреть на возможность стора. На самом деле, Store уже есть на других платформах, и он себя неплохо зарекомендовал. Вот я так скажу вот по секрету, до того, как наши приложения попали в App Store, наши продажи были в 3 раза меньше. Когда мы попали в Mac App Store, наши продажи в 3 раза выросли. Именно поэтому мы занимаемся разработкой под метроплатформу. То есть мы ждем от этого именно успешного, это именно успешный бизнес-проект. Просто нужно делайте все с душой, надо гореть этим, то есть болеть.